Усім здравствуйте. Зеркало я убрала. Видос будет посвящен моим спонтанным покупкам, внезапным в Ярике. Ибо сегодня я случайно так съездила в Ярик благодаря подписчику, который в стримах бывает, и звать его Лапулин. Также это как бы Герасим, то бишь я его зовут Герасим, но на самом деле его звать Серёжа. В общем, знакомый мой, так сказать, не сетевой, углический. Третий верующий в Лёльку человек, скажем так. Может, не третий, но вообще. Забрали меня, довезли до Ярика человеку по делам, и меня так это вот. Мне надо было просто, чтобы меня растормошили. И вот дьявол услышал мои мысли или еще кто-нибудь и написал мне WhatsApp, товарищ. Выкинули меня там у Ауры. Мы там потом встретились с Аленкой. И, в общем, я там кое-что купила ей в подарок и попутно взяла кое-что себе. И вот зашла я, значит, в этот самый органик шоп. Кстати, вот что удивительно, этот органик шоп, целый такой магазин органик шоповый, мне очень нравится там из всего, что вот я говорила, что мне много чего там не нравится, но мне нравится там чисто органик шоповая вот эта соль для ванн такими жемчужинками. Или просто их соль для ванн, или сахар для ванн. Вот такого счастья там нету. Я еще их спросила, нету, говорит, у нас есть все, что угодно, другая какая-нибудь, вот такой не мама. Нет такой. Мне выдали пакетик, не буду говорить, сколько я потратила, потому что там еще подарок был. Вот этот, по-моему, 129 стоил. Или сейчас увижу. У меня тут где-то чек есть. Я вон тут. Нанайские танцы. Да, он стоил 129, но так как у меня была 3% скидка по карте их, он мне обошелся в 125.13. В общем, ну там подарок Ленке был, а тут вот это я что-то... Мне там сказали, вы типа, что вам такое тут? Я говорю, вот, говорю, подружке подарок выбираю. Хоть себе тоже что-нибудь не забудьте. Я так что-то подумала, почему бы и нет. Вообще там была черника, еще что-то, но я как-то вот, у меня вот эти нанайские танцы вообще, ну у них, я понимаю, что у них названия всегда какие-то такие офигительные, феерические, но надеюсь, что у них и в этот раз и все остальное будет нормально. В общем, Натура Камчатка от Натуры Сибири, кетонизирующий гель для душа, нанайские танцы, жизненная энергия и свежесть кожи на основе свежего масла дикого лимонника и витаминов. Без парабенов. СЛС. Вот такой вот 250 миллилитров. Тут он зафольгированный. Во, вблизи. А то мне некоторые говорят, что ни хрена не видно. Вблизи, вблизи, вблизи. Совсем вблизи, вблизи. Ну и там, значит, меня при входе напоили снова этим. У них, видимо, один и тот же чай. Блин, как он там? Кипрей. То ли с кедром, то ли кипрей. Сейчас сделаю. То ли кипрей еще чем-то. Короче, какой-то кипрейный чай. Отдает смолой такой елочной. Ну, у них там были яблочки на кассе, конфетки. И там девочка предо мной отоваривалась. Там что-то ей предложили. Яблочко или конфетку. Она взяла конфетку. А тут яблочко такое лежит, на меня смотрит. Говорит, возьми меня, Лёля. Я такое халявное. На яблочках наклеечки такие. Вообще наклеечку я куда-то тут пакет зафигачила. Вот этого яблочка в итоге. Может, она уже и отвалилась. Может, а вот наклеечка. Вот наклеечка от яблочка. Я еще им так говорю. Ну, беру это яблочко на их приложение. Говорю, спасибо, ну, на кассе. Говорю, вы яблочки, говорю, ну, да, сами выращиваете, типа фирма. Мне, говорит, я так поняла, что тупо покупные яблочки, ну вот на них вот такая наклейка клеится. 100% органическое яблоко. Ну и взяла у них там эту конфетку на кассе. Леденчик, наверное, или что-то, не знаю. В общем, зелененькая такая органик шоп. Я ее еще не вскрывала. Может, она, конечно, не зелененькая, но упаковочка у нее зелененькая. Могу сейчас вскрыть и узнать. Да, зелененький он был. Пахнет какой-то сосной. Вот она. Зелененькая пахнущая сосной карамелька. От Organic Shop. Мне выдали пакетик халявный. Уже побольше, чем тот, который вот тогда я у них первый раз покупала. Вот такой пакетик. Территория натуральной косметики, Organic Shop, бла-бла-бла. Никакого пробника в этот раз не выдали, но зато у меня появилось яблоко. И что-то я так внезапно хотела есть, что я это яблоко схомячила, хотя оно крепенькое было. Ну, в общем, вкусное яблоко, спасибо, Organic Shop. Не дали помереть голодному эльфу. Не дали помереть голодным эльфу. Не дали помереть. Вообще. Зашла потом с Аленкой в аптеку.
Сибирское здоровье, купила себе вот этих два ЭПАМа тысячных. У меня, в принципе, есть еще, но там немножко осталось, там, может, половинка, может, одна треть. Я все равно собиралась вроде как когда-нибудь ехать, а тут вот так внезапно, спонтанно, ну, вот получилось так вот. Я тогда, помню, брала их с Машей в ноябре прошлом году, и, кажется, в ноябре прошлого года, ну, или как-то так, осенью, короче, прошлого года, и попала на скидку, они мне что-то вышли по 130 каждый. Сейчас они по 190, снова 380 рублей за два. Я не помню, рекламила их или не рекламила отдельно, ну, в общем, если кому надо, то могу как-нибудь порекламить. А вообще забивайте в Яндекс какой-нибудь поисковик ЭПАМ тысячный и читайте о нем. Я их тупо капаю как вроде капель в глаза, один к пяти развожу, один вот этого, пять капель, допустим, этого кипяточка. И глаза скажут вам спасибо. А еще я вчера была вообще в магазине, ну так, по делам, и вообще у меня сегодня другие планы такие были, но они отложились, соответственно, потом они выполнятся, потому что я приехала вот буквально в 10 с чем-то домой, привезли меня, спасибо Герасиму, кот там кусочком вот может увидеться, рядом с зонтиком. А, короче говоря, нашла вчера в один магаз на часовом у нас с обувью, что-то так смотрела, смотрела, обуви мне что ли хочется. Думаю, ладно, пофиг. И тут с Аленкой зашли в Зендос, или как там его, или Зенден КВ. В общем, вот, на пакете написано. Что написано там? Зенден. Обувь, аксессуары. И я купила там как раз под свою сумочку, на которой фурнитура, кстати, отвалилась, а вот, ну, на кармашке эта змеечка, ну, как бы, ладно, хрен с ним. В общем, отвалилась, а как раз не прошло и 50 дней. Там была, по-моему, у меня гарантия на фурнитуру на 50 дней. Ну а что туда ехать, допустим, отвалилась, у меня эта фигнюшка. Сумочка была в единственном экземпляре. Они мне ее все равно не заменили. В общем, купила я себе джинсовые босоножки. И там была в магазине скидка последний день. Я так поняла, что у них 50 дней, в течение 50 дней была скидка на все, вообще на все полцены, включая на новые коллекции. Вот сегодня был последний день. Аленка там что-то себе купила. Я себе купила органик джинс. А, оригинал джинс. У меня уже органик везде. Вот 100% оригинальный джинс. Размер туфли 37. Я так поняла. Ну, как они мне сказали, что там очень сильно мало мерит. Потому что у меня вообще размер ноги 35. Пакетик мне халявный, ну не то что халявный, пакетик рубль стоил, в общем, все это мне обошлось, где-то у меня там был чек. Где-то у меня чек-то был вообще. Да, у меня где-то был чек, сейчас скажу. Все это мне обошлось в 1501 рубль. Так что вот, пакет Зенден Майка, 1 рубль. И этот самый, 1500 туфли летние женские, текстиль лето. В общем, туфли из летней коллекции. Да? Товар на обувь, точнее, чек, видать, на товар на обувь устанавливается гарантийный срок 33 дня. Хотя мне они вообще там сказали 5 месяцев. Я не поняла, каким местом 5 месяцев, но по чеку написано, что 33 дня. 33 квадратных метра, блин. Так, вот тут это. Изначально они стоили 2 999, потом они стали стоить 2 399, а обошлись в итоге вот по этой акции за 1500. 14.06 они привезены, ну да, вот действительно новая коллекция. Вот такие вот. Тут так хорошо прошитенько. Они такие удобненькие, крест-накрест, с резиночкой. Что тут у нас написано? Эрсакс, как-то так. Кто их вообще делал? Хрен, а, Турция их делала. Я думала, хрен знает, кто делал. Короче, вот их делала Турция. Это текстиль, синий, босоножки или повседневные женские. Вот босоножка и вот босоножка. В общем, они мне очень понравились. Они так на меня смотрели, говорили: Лёля, ну купи нас, ну купи, ну купи. А потом Аленка сказала, что там еще и скидка действует какая-то. Я так это... Думаю, если подойдут, то куплю. Сначала я не померила на платформе, но что-то как-то вот я поняла, что я на них не дойду. А эти, они вот прям вот такие легкие. Еще Ленка сказала, что они как раз под сумку мою подходят. Ну и как бы джинсы. В общем, вот как-то вот я купила.
Да, видос мы, конечно, с ней не сняли, хотя я с собой брала эту экшн-камеру. Я просто тупо сфоткала, она, кстати, сейчас слить на комп. Она сфоткала меня, мы в Манеке сидели. Сначала сидели на улице, потом нас ветром сдуло, точнее, официантка предложила нам, если вам некомфортно, свалите, пожалуйста, внутрь. У нас было по две упаковки ролла, в смысле, по два набора, по две порции, потом какой-то мы там типа лимонад брали у меня. У нее, по-моему, был чай велевый, но я думала, что он кисленький, он сладенький. А у меня имбирь с грейпфрутом и красным перцем. Так, сейчас я ее, наверное, я воткну. Ну и еще она взяла себе какой-то там десерт. Видимо, сейчас не воткну. А ладно, воткну потом. Короче, она взяла себе десерт, а я взяла себе холодный клубничный суп. Короче, там клубника, протертая сахаром. Вообще, вот как земляника, протертая сахаром, один в один. Шариком пломбирчика мороженого и листик мятки. Листик мятки я не съел, а вот, слушайте, такая вкусная вообще штука. 150 рублей, по-моему, стоит. Как-то так. Ну, короче, у меня все это вышло на 630 рублей, вот этот весь кафешка. В принципе, нормально. Сета, правда, там не было, но вот как-то мы посидели, потом вышли на улицу. Ну, как раз там сфоткали, она меня сфоткала, я ее сфоткала. Записать как-то ничего-то не записали. Там слегка попали под дождь. Не поверите, я зашла в Эфраше. Там уже этой маракуйи нет. Сказали, что раскупили сразу же, как вот она только привелась. Ни на Кирова, ни в Ауре в этой маракуйи в Эфраше нету. Ну, не сложилось как-то. И в Эфраше ничего не купила. В принципе, мне ничего и не надо было. Только если эту маракуйю, да и то не особо. В общем, как-то вот такой спонтанный видос. Спонтанного поезда. Спонтанной поездки в Ярик. Спасибо Герасиму. Всем пока!